детскому саду номер один «Лисичка» исполнилось 60 лет. В этот праздничный день веселились все, от мала до велика. Ведь атмосферой дружного коллектива и любви к детям садик славится с момента его основания. Здесь работала как-то бабушка нянечкой, ей было за 80 лет. Когда я сюда пришла и ее увидела, вы не представляете, вот ощущение было, как будто со своей родной бабушкой. И вот это тепло, вот эта любовь, вот эта радость внутренняя и ощущение, что тебя принимают именно таким, какой ты есть, без всяких придумываний, ты должен быть вот таким. Нет. И вот эта вот радость, она сохраняется. По-домашнему в уютной обстановке отпраздновать юбилей были приглашены и те, кто раньше здесь трудился. Вот уже 60 лет. Каждое утро в наш детский сад спешат наши любимые дети. Каждое утро наш сад заполняется задорным, веселым смехом, где звучит музыка, радость и веселье. Ровно 60 лет назад, 13 мая 1957 года, наши двери открылись как детский сад ясли номер один «Лесная полянка». Выступление детей всегда радость и праздник, но в этот раз особенно трогательно звучали стихи и песни о любимом детском садике. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь, и сегодня мы о нем эту песенку споем. Родители не могли не оценить отношения, внимание и любовь, с которыми здесь относятся к их малышам. Они не только говорили много теплых слов в адрес воспитателей-педагогов и всех тех, кто ежедневно заботится и обучает детей. Благодарные родители подготовили поздравительный номер и, конечно, подарки. Это не просто детский сад. Это родные для нас люди, которые вкладывают душу, вкладывают все самое тепло и самое добро, которое у них есть, в наших детей. Мы можем ошибиться в чем угодно, но только не в воспитании наших малышей. И еще, как говорят, что нужно посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Дом у нас есть, детей полно, и вот вам дерево, которое... Теперь еще больше благоустроится и украсится территория сада. Здесь с особенным вниманием относятся к чистоте и порядку. Ведь не так давно в этом доме ребячьей радости, игр и бесконечных детских «почему» сделали капитальный ремонт. Но все это получилось благодаря активному, сплоченному коллективу, старания которого не могли не отметить на высоком уровне. Я с теплотой, радостью и гордостью хочу вам сказать, что дошкольные учреждения только лучше с каждым годом. Это доказывает то, что ваши педагоги, ваши дети участвуют во всероссийских конкурсах, занимают призовые места. Это сейчас показатель того же, как благодарили вас родители. Это молодой коллектив, это красивое учреждение, которое недавно было на ремонте, а сейчас оно открылось и с радостью принимает детей. Конечно, звучали пожелания еще не одно десятилетие готовить ребят к школе, завоевывать призовые места во всевозможных конкурсах, а еще личные, чтобы исполнились все желания. Хочется пожелать самое главное здоровья всем нашим детям, нашим сотрудникам, родителям. На здоровье держится все. Это для нас самое важное – здоровье, терпение и любовь. Дарья Ильинская, Андрей Капустин. Информационная программа «День».